Светлана Владимировна. Вам сколько лет сейчас? 56. Вы пережили инсульт. Когда? В 14 году. Я когда был... Спокойно, спокойно, не волнуйтесь, все хорошо. Не волнуйтесь. Таких ситуаций очень много, я вас очень прошу. Но просто нужно об этом рассказывать, потому что люди некоторые думают, что вы из принципа не хотите выучить латышский, и вы не лояльны Латвии. Сильный был инсульт, я так понимаю, у вас до сих пор последствия, да? Да, у меня до сих пор правая сторона вся. Ну вот человек даже не смог поставить подпись толком свою, мы помогали ему расписаться по дискам. Вы были у врача, у реабилитолога, да, чтобы, возможно, получить освобождение от экзамена по латышскому, верно? Да, уже был, еще документы сдал, но он сказал, что вряд ли я был у психиатра, сказали, деменции нету, а остальное, ну как. Ну да, вы соображаете, то есть можете, как будто бы да. Годен. Да. Да. Вы записывались на экзамен по латышскому, пойдете сдавать теперь, получается? Да, вот. Пойду сдавать, но я, ну, уже, знаешь, то не сдам. Ну, вы не сможете написать, я так понимаю. Вам очень тяжело писать, правильно? И писать, и после инсульта у меня память, опыт. У меня постоянно давление. Как вот сейчас волнуюсь. Ай, все, не буду я вас волновать.